Здорово, бандиты! В очередной раз мы с вами на Охуле Смок, и в очередной раз мы собрались здесь для того, чтобы обсудить что-то новое, интересное, и речь сегодня пойдет о новом вкусе от компании Darkside под названием Basil Blast. Это базилик, сейчас попробуем, покурим, расскажем о впечатлениях, буквально в течение 2 минут. Поехали! What? Итак, новый вкус от компании Darkside под названием Basilic. Если вы внимательно следите за развитием канала No Holy Movie и смотрели ролик про то, где мы с Мишей Лукьяновым у них в офисе обсуждаем появившийся кальян в компании Darkside, мы там затрагивали тему нового аромата. Действительно, у меня тогда была возможность аромат понюхать, но не было возможности его покурить, потому что он к курению был не готов. Итак, чего я ожидал от аромата под названием базилик? Безусловно, я ожидал, что это будет травяной специфичный аромат, который практически невозможно будет курить соло и который быстро надоест. В этом плане компания Darkside меня приятно удивила. Табак базилик я курю уже 4-й раз, 2 из этих 4 раз я курил его в соло. Вкус получился не сказать, что сильно напрягающий, не сказать, что сильно приторный. Это не тот табак, который можно использовать только в миксах, только как составляющую единицу для конструктора вашей забивки. Табак действительно можно курить в соло, и табак, справедливости ради, надо отметить, безусловно, своими травяными нотками похож на эстрагон, но от него радикально отличается непосредственно вкусом базилика. Вкус куда более ярко выраженный, чем эстрагон. И вкус, безусловно, достойный внимания. Помимо этого, действительно, пару-тройку, наверное, пятерку, семерку, десятку раз кальян с забитым в чистом виде базилик бластом можно покурить в соло, но, скорее всего, это очень быстро надоест. Первое время для общего развития, учитывая, что это что-то из ряда вон выходящее, не похожее на все, что есть на рынке, действительно, табак интересный, его курить можно, и курить, я думаю, что нужно. Также стоит заметить, что аромат Basilic Blast от компании Darkside, наверное, самый неоднозначный табак, который за последнее время появлялся на рынке, потому что у всех людей он вызывает абсолютно разное впечатление, абсолютно разные эмоции. Каждый человек при курении чувствует все абсолютно по-разному, у всех разные рецепторы, и это влияет на впечатление от курения. Лично мне, я не знаю, мою позицию как-то никто особо сильно не разделял, лично мне на перегреве, когда я табак прям сильно-сильно разогрет, и когда я его активно курю, у меня складывается впечатление, что табак начинает отдавать какими-то нотками немножко винограда. Это прикольно, это интересно, но это, опять же, мое субъективное мнение. Ну что, это было мое 3-минутное мнение о новом продукте от компании Darkside, о табаке со вкусом базилика под названием Basil Blast. Продукт действительно интересный, продукт стоит попробовать как для общего развития своего, так и для заведения стоит его закупить, чтобы порадовать им своих гостей. Продукт неоднозначный, продукт, наверное, мне быстро надоест, но, тем не менее, интересный, и первое время курить его доставляет большое удовольствие. Ну, а вы можете написать о своем опыте дегустации нового вкуса от компании Darkside в комментариях под видео, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям. Чё кого, бля? Сейчас.